Всем привет! Рада приветствовать вас на своем маленьком видеоблоге. Я совсем недавно задалась целью вести такой видеоблог. Вот мое очередное видео. О чем хочу поговорить? Кстати, видите, какое солнце за окном? Снова Питер радует нас солнышком. Как только я собираюсь писать видео, появляется солнышко. Итак, о чем хочу поговорить? Это о предпродажной подготовке вашего объекта недвижимости. Если вы решили продать квартиру, дачу или дом, или даже земельный участок, или коммерческое помещение, ну, не обязательно продать, если вы решили сдать его в аренду, это все тоже будет вам полезно. Итак, для чего нужна предпродажная подготовка? Конечно же, основная причина – это продать по максимальной рыночной цене и быстро. Но все-таки расскажу о трех основных моментах. Первый момент. Для того, чтобы сделать качественные фотографии, качественное и привлекательное видео, вам обязательно надо подготовить свой объект. Для чего мы делаем рекламу? Для чего мы ее выкладываем в интернет, в журналы и так далее? Мы хотим привлечь потенциальных покупателей на объект. Мы хотим привлечь их, чтобы они заинтересовались и приехали посмотреть вживую, как это выглядит. Так вот, чтобы их заинтересовать, фотографии объекта должны быть просто вау, должны быть на высоте. Это первая причина. Вторая причина. Когда покупатель приходит на объект недвижимости, после того, как он уже заинтересовался этими вау-фотографиями, он хочет прийти и примерить на себя этот объект, примерить эту квартиру, как он в ней будет жить, примерить дом, в котором он будет со своей большой семьей жить и гулять по участку, примерить участок на себя, чтобы понимать, где он построит дом, с какой стороны будет закат, рассвет и так далее. Человек на себя хочет примерить. Это важный, ключевой момент. Представьте ситуацию. Приходит клиент смотреть квартиру. Обычная двухкомнатная квартира в каком-нибудь, например, девятиэтажном панельном доме. Поднимается на лифте, заходит, в квартире бабушка, маленький внук, молодой человек и его супруга. Супруга нянчится с ребенком, а мужчина водит клиента по квартире. Говорит, вот у нас здесь кухня, ванна. Этот клиент видит столько людей в этой маленькой двухкомнатной квартире, видит только что приготовленный борщ на плите, чувствует, слышит все эти запахи жизнедеятельности этой семьи. И у него такое двоякое ощущение. Вроде бы он пришел примерять на себя объект недвижимости, но в то же время он пришел в гости, да еще и к незнакомым людям. И, скорее всего, ему хочется побыстрее уйти. Он говорит, спасибо, спасибо, мне все видно, я все посмотрел, я подумаю, я позвоню. Я часто видела такие ситуации, когда сама еще не до конца понимала, как все-таки важно объяснить клиентам, что предпродажную подготовку делать надо. Да, и что при показах не должно быть народу в квартире, в доме, только один агент. В отдельном видео объясню, почему и для чего. Итак, предпродажная подготовка. Причина номер два. Клиент должен прийти в квартиру, в дом или на участок и примерить это на себя. Там не должно быть личных вещей, там не должно быть посторонних запахов, там не должно быть много мебели, хлама, магнитиков на холодильнике, икон, фотографий, развешанных по квартире и так далее. Всего этого быть не должно. Человек не должен чувствовать себя пришедшим в гости. Это тоже важный момент. Если вы это сделаете,
если вы наведете такой порядок, и эта предпродажная подготовка, поверьте, принесет 80% успеха. Вы продадите по максимальной рыночной цене и в достаточно короткий срок. Ну а в чем же третья причина? Итак, причина номер три. Для того, чтобы сделать предпродажную подготовку, вам придется разбирать, перебирать свои вещи, рассортировывать, раскладывать и так далее. Вы сможете избавиться от тех накопленных лишних вещей, которые годами пылятся где-то у вас на лоджии или в кладовке. Вы их сможете разобрать, кому-то отдать или выкинуть и освободить место. Также вы сможете... Вам же все равно переезжать из этой недвижимости, верно? Вы сможете уже сложить нужные вещи в коробке, отвезти их куда-нибудь в гараж или аккуратно сложить на лоджию и так далее. То есть, делая предпродажную подготовку, вы помогаете себе переехать. Вы помогаете себе уже рассортировать вещи, сложить их. Так вот, предпродажная подготовка. Первая причина – это хорошие фотографии, привлекательные, вкусные, информативные. Вторая причина – это то, как клиент будет чувствовать себя в вашей недвижимости, то, как он примерит ее на себя. И третья причина – вы, делая предпродажную подготовку, вы помогаете себе переехать, помогаете рассортировать и сложить вещи. Обязательно делайте предпродажную подготовку, спросите совета у своего риэлтора, как и что лучше сделать. Обязательно пригласите риэлтора перед продажей и проконсультируйтесь с ним. Он вам обязательно подскажет. Вот. Удачных вам продаж, быстрых и легких сделок. Пусть продажа недвижимости вас не пугает, а приносит только удовольствие. Работайте с проверенными риэлторами, с теми, с кем вам комфортно. Вот. Всего доброго. Счастливо.